Привет всем моим дорогим подписчикам и друзьям. Привет. Сегодня мы решили сделать короткую экскурсию. Мы уедем на 100 километров от Варны и поедем в населенный пункт Мадара. Это национальный археологический заповедник. Там мы посмотрим на скальный барельеф «Мадарский коник». Ну и все, что интересное, попадется нам на маршруте. Температура воздуха у нас сегодня 9,5 градусов тепла, солнышко. Мы сейчас выйдем из Варны, поедем, посмотрим, какая погода там и как там красиво в этом заповеднике. Едем в Мадару. А здесь вот такой чудный-чудный вид сверху. Мы покинули село Каспича. Наши местные метеоры. Сейчас мы подъедем к ним поближе. Вот мы приехали к Мадарскому коннику. Тут надо, наверное, куда-то подниматься. Вот резерват археологический Мадара. Здесь национальный исторический музей. Здесь вот написано все, где находится. Скальное святилище, средневековый комплекс, Мадарский конник, это 5. Скальная церковь, Малкая пещера, Голема пещера 13. Мадарский конник открыт наукой. Пресс в 1872 году. Вот он тут написано, что он сделан на высоте 23 метра от основы скалы. Изображение в естественную высоту. А вот здесь не есть на русском. Все, мы начинаем наш путь к пещерам, конникам. Вот купили билетик, 5 лева с человека. И теперь пойдем смотреть пещеру, потом конника. День очень теплый, сегодня 17 градусов, и мы даже, в общем, не одевались. Разделись, сейчас будем карабкаться по ступеням. Ну, пошли. Полезем по горам. Мы сейчас к коннику, а пещера? Пещера немножко в стороне. Так, пещера в стороне. Мы к коннику. Ну, важно, что мы идем по лестнице, карабкаемся тут из последних сил. Когда достигнем чего-нибудь... Так, я снова включу. Тут есть такие скамеечки, можно посидеть на полпути. Мадарский конник – национальный символ Болгарии. Он высечен на скале на высоте 23 метра в 8 веке нашей эры. Что на нем изображено? Всадник в натуральную величину, в пальто до колен, лев, конь, лук, стрелы, сзади собака. Металлическая конструкция, которую мы видим перед собой, здесь создана для того, чтобы контролировать трещины на скале. Там есть датчик, чтобы не разрушился этот барельеф. Сейчас мы это все подробно посмотрим. Мы идем в пещеру. Здесь очень красивые скалы. Что смогла, я, конечно, сняла. Но здесь вокруг находятся деревья, поэтому дрону очень сложно летать. Особенно таким пилотом, как я, неопытным. Но скалы действительно впечатляют. Они действительно похожи на скалы метеоров. То есть у нас как-то оказалось, что есть свои метеоры. Мы даже не знали. Парк выглядит очень атмосферным. Он такой тенистый,
такие дорожки, скалы. Вообще очень-очень красивое место. На самом деле действительно достойно посещения. Рекомендацион. Да, мы рекомендуем. Хорошо, что здесь мало народу. Может быть, в связи с коронавирусом, может, в связи с будним днем, может, еще с чем-нибудь, но здесь реально красиво. Сейчас мы эти скалы вот найдем более свободное место. Вот они освещены солнцем, здесь просто уникальные картины. Всем привет! Мы наконец доехали до Мадарского конника. Это туристический объект, который входит в 100 туристических объектов, обязательных к посещению болгарским населением. Это очень уникальное место, единственное в своем роде. Говорят, что барельеф, который мы только что снимали, он единственный в Европе раннего средневековья. Есть везде табло с написанием этого конника Мадарского. Это является национальное достояние Болгарии. Поэтому, и кроме того, этот конник еще занесен в список ЮНЕСКО. Поэтому, в общем, это такое достойное место. Но мы никогда здесь не были прежде, поэтому сейчас как бы мы тоже решили восполнить этот пробел. Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room. Вот мы идем к пещере. Вот тут уже типа какая-то есть уже одна какая-то пещерка. Очень красивое тоже атмосферное место. Можно посидеть, отдохнуть. Кто устал, конечно, молодежь там он ходит уже, видимо, из пещеры. Но мы сейчас идем еще только в пещеру. В пещере. Тут сразу объявление. Бывают падающие камни. Вот такая пещерка. Здесь сыро и холодно, как в любой пещере. Чудный вид у нас в этой пещере. Ау! У-у! Нет, акустики такой нет. Нет, здесь нет как акустики. Я думала. Держу, чтобы не упало. Молодец. Ой, все, ушла. Ой. Древнее произведение искусства. 8 век до нашей эры. Или нашей. Или вашей. Вот там вот есть защита, сетка натянута. Видимо, камни все-таки падают. Падают на голову. Вот скальная церковь Святой Пантелеймон. Пожертвование оставить. Да, сейчас принесу. Прощелина. Прощелина, проезжающая скалу от основания до вершины, древний прямой путь, служащий связующим звеном между крепостью и пещерой. Малкая пещера. Маленькая пещера была населена древними людьми еще в среднем палеолите. 1150 тысяч лет назад до нашей эры. Орудие труда, оружие, скримия, камни, кости, фрагмент глиняных сосудов и амулеты найдены. О! Это маленькая пещера. Вода течет. Вот здесь вдоль скал течет вода. С них стекает, а потом ночью, наверное, замерзает в эти сосульки.
Обалдеть, сколько здесь льда. А это называется пещера. В этой пещере отличный звук. О! Это я. Как дети. Сосулька. Смотри, тут лед. Сколько льда. Вот так это выглядит издалека. Тут, правда, огорожено, чтобы не ходили. Потому что отсюда, видимо, падают камни. Большая пещера. В середине первого тысячелетия до новой эры там поселились фракийцы. В большой пещере около одного века до нашей эры они создают святилище, священное трем нимфам, покровителям природы. Здесь обнаружен каменный рельеф с их изображением, таблички с изображением фракийского всадника, мраморные рельефы Геракла и Диониса. На протяжении всех исторических эпох пещера служила продовольственным складом. Бургер на пудинг. Вот это большая пещера. Цель нашего путешествия. Привет, мы в большой пещере. Здесь очень хороший резонанс, звук должен быть отличным. Красиво, тепло, солнечно. Просто весна, поют птички. Красивая природа, скала. Коник тут средневековый. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк, ну что. Спрятал. Вот здесь такие елочки у нас зелененькие. Темновато, конечно, в нашем сказочном лесу. Птички поют. И мы решили тут пройтись по сказочному лесу и посмотреть, что же тут за скала. Какая тут расщелина, смотри. Когда-нибудь эта скала упадет. Да, эта скала, она просто на чем держится. Она может упасть, ребята. Ну что делать, как говорится, лучше гор могут быть только горы. Поэтому селяви. Да, все, наша дорожка обрывается на этом месте. И мы возвращаемся обратно. Какие тут сделаны красивые скалы, корни. Все заплетено вместе. Скамеечка, можно отдохнуть. Да, на нем можно посидеть. И там висит камень. Вот какой каменюк, а тут лежит прямо здесь. А смотри, вон там какие-то ограждения красивые. Тут, кстати, есть лестница. Здесь красиво, над пещерой. И такие деревья. Видимо, упали в шторм. Вот здесь такие ступенечки. И можно спуститься к воде. Вот извор. Здесь можно попить водички. Извор – это источник. Фонтан нимф называется. Тут даже все написано об этом. Вот решили пополнить запасы воды. Ну как? Сейчас попробую. За тесте. Как оно? Вкусненько, ледяное. Заходит? Заходит. Хочется наполнить, но это безразмерный. С водичкой. Да, кора вообще супер, она какая-то прямо вся столетняя. В складик утвари. Это, наверное, найдено на раскопках здесь. Вот такие старинные горшки всякие. Это, оказывается, действительно склад зазернений. Зернений храни. Храни, да. Храни. То есть это зерновые. Да? 4-5 век. Вот, пожалуйста. Ну, это раньше, чем конника нарисовали. Да вообще, конника в 8 веке. Горшок вот такой. Да, здесь это разные лежит? Черепушки. Теперь пойдем наверх. Аллея безысходная. Вот такая у нас дорога без исхода. Видимо, когда-то тут был исход. И была вода здесь. Но сейчас уже действительно ни исхода, ни воды. Набрели вот на такой памятник. Это Писано. Какой-то исследователь. Ну, в общем, он тут да. удостоился, видимо, быть похороненным. Вот какой старинный крест. Мадарский конник, глобален символ на Болгарии. Вот музей такой есть здесь. Но, к сожалению, затворен. Вот это какая-то, смотри, колонна.
Ой.